тоже интересно, что касается профильных ассоциаций, например, профильная ассоциация среднего бизнеса в Чехии договорила с государством и для ресторанов государство снизило НДС, ставку НДС с 21 до 15%, значит, рестораны могут сэкономить и получают налоговую скидку в размере 5000 корон на то, чтобы могли купить кассовый аппарат. Интернет-магазины, профильная ассоциация Českého e-commerce не сделала ничего, интернет-магазины ничего не выиграли. Od krutky pedaly, jaké transakcí popadají, jaké transakcí nepopadají. Interesná je klinčná věc, že pod registrací rozčetných operací popadají oplaty bankovskou kartu. Počemu? Nikomu neizvěstnou, protože je to ne naličná forma oplaty, protože v Čechy RRO děstuje tolka dla naličných způsobů oplaty bankovskou kartu, je to prostě ne naličná oplata. Je to nelogično. I dla intermagazínov je to očení ogromná složnosť v integrácii. Protože si ožidaje, čo voľšenstvo mielkých i sredných intermagazínov prostú odkúčiť metod oplaty karty. Kde si to priviazať k naloženému platiži, to dole je naloženého platiže od Nemeca, vyigrajú konečnú služby dostávky, ktorým budú počať voľšedenie za periódy. Вот здесь маленькая черточка, как оно работает, да, интернет-магазин. Если говорим о интернет-магазине, то интернет-магазин в момент покупки, пока мы этот момент не знаем четко, отправляет информацию о транзакции на сервера податковой администрации, возвращает регистрационный номер этой транзакции, покупатель получает чек и на специальном сайте податковой администрации может проверить, если эта транзакция правильно зарегистрирована. И может выиграть что-то в лотерею. Если бы интересовала полная техническая документация, если кого то интересует. И, конечно, довольно такая большая проблема, связанная с интернет-магазинами, в том, что с 1 марта ожидается огромный наплыв, практически 360 тысяч субъектов попадает под РРО, и все ожидаем того, что в серверах податковой администрации просто дают. No, все отрицательные моменты. Самый такой вообще отрицательный момент, самый такой отрицательный момент – это то, что в следующей выборчей кампании эта система будет отменена. Скажу за пример, например, интернет-магазин моих знакомых заплатил 6500 евро за имплементацию системы РРО. Например, сервер Servomat, это аналог украинского покупка, он заплатил больше 20 тысяч. Довольно большие затраты. Тоже, да, тоже есть такая интересная нюанс в Чехии. Практически 9000 интернет-магазинов имеют свои точки выдачи. Люди очень, покупатели очень любят делать покупки онлайн, но забирают их в какие-то точки выдачи. Это такой полу-онлайн. И если интернет-магазин имеет, например, 30 точек выдачи по всей стране, то в каждой точке выдачи должен быть терминал. Но очень большие дополнительные затраты. Не знаю, если по то, что то интересовало, презентация очень обширная. Можно прочитать, но это не до времени, думаю. Ну, презентацию мы все выложим в доступ нашим участникам, поэтому интересно было бы посмотреть, скачать как и уже более детально познакомиться. Ну, как раз, это самое интересное. Я знаю, что новая почта работает и в других странах, и в Грузии, и в Молдове. В Грузии есть некие позитивные решения относительно чеков. Как происходит там? Можете поделиться с нами? Да, но если позволите пару слов еще о цивилизованных странах, как мы сказали. Вот анализируя закон о почтовой связи, мы обратились к опыту и европейскому, и штатовскому. Конечно, больше всего нас интересуют штаты. Почему? Незарегулированный рынок. Рынок действительно, где развита электронная коммерция. И как всегда, наше исследование вот подтвердило, что чем меньше регуляций, вот нету какой-то методики, да, вот и прекрасно, рынок тогда работает. Вот спрашивая у американцев, как у вас работает наложенный платеж, мы даже не могли понимание какое-то получить. Мы спрашиваем, а вот нужна лицензия на курьерскую службу, зачем работаете? А нужна лицензия на CMD? Они нас не понимают, вот как будто мы повернуты на каких-то лицензиях. И получается, что для осуществления того же наложенного платежа в Америке, мы говорим о курьерских службах, мы не говорим о почтовом операторе, почтовый оператор всегда есть везде, как в Европе, они регулируются актами Всемирного почтового союза, меньше всего интересует нас, потому что да, это монопольное положение, так же как у Укрпочты, есть право на почтовый перевод. Говорим сейчас о курьерских службах. А что в Штатах мы получаем? Курьерская служба не должна получать никакую лицензию на этот вид деятельности. И для дополнительной услуги CMD, для наложенного платежа, тоже не требуется никакое разрешение.
Ты осуществляешь свою деятельность, заказывает отправитель товара только эту услугу, указание, специальное указание на ПТН-ке, на накладной на товар. А стоит эта услуга порядка 6%. Покупатель передает деньги курьеру, курьерская служба в тот же день деньги зачисляет на свой счет и перечисляет продавцу эти деньги. Сроки и оплата – это все по договору между курьерской службой и получателем этих денег. Основание платежа будет указано на, при перечислении денег, указание транспортная накладная согласно номеру, сразу понятно, получатель, отправитель товара. Возможны финансовые, различные финансовые инструменты при выполнении услуги C&D. Это может быть как чек, так и деньги. Но услуга там это абсолютно не популярна. Почему? Потому что американцы очень любят покупать в сезон каких-то распродаж. И 6% переплачивать за наложенный платеж никто особо не хочет. Помимо прочего, в связи с развитыми сервисами онлайн-продаж, есть накопительные системы скидок. Поэтому очень мало востребована эта услуга. Что касается в Европе, вот менее активный, менее развитый рынок, и сразу прослеживается тенденция, по какой причине. Курьерская служба уже нуждается в лицензии. Дополнительная лицензия на C&D не нужна, но тем не менее для начала своей деятельности как курьерской службы ты обязан получить лицензию. Опять-таки речь идет о частных компаниях, не говорим о государственном почтовом операторе. Механизм такой же. Покупатель передает деньги курьеру, курьер в тот же день на счет курьерской службы предоставляет денежные средства на текущий счет или на специально выделенный счет, это решает курьерская служба. И в сроки, и за процент, предусмотренный договором между отправителем товара и курьерской службой, зачисляет эти деньги все на счет продавца товара. Указывается назначение платежа, опять-таки, в привязке транспортной накладной. При этом вот на вопрос чехам, в частности, задавали, а как быть с фискальным чехом? Чехи одухотворенно кричали, да-да-да, конечно же, фискальный чех. После презентации я понимаю, почему, потому что это достаточно свежий законопроект, и у них это тоже наболевшее. Отдельно изучали, вот как мы упоминали, Молдавию, с которой мы работаем. Там это тоже действительно осуществляется на основании лицензии курьерской службы. Услуга рамбурса, расчет по задолженности с помощью третьего лица. А вот Грузия это действительно самый свежий такой уникальный опыт. Грузия начала, по мнению нашего института, мы пытались уже принести это до сведения Государственной налоговой службы Украины, решение примитивное, но тем не менее это примитивное решение уже приносит деньги в бюджет страны. Каким образом грузины сделали? Они придумали такой инструмент фискализации, как ЧГД. У них это бумажный такой аналог кассового чека. Вот у нас есть расчетные квитанции. Только этими расчетными квитанциями мы можем пользоваться, когда у нас отключен РРО. Нет света, нет интернета. И могу пользоваться только я, то себе сказать, на кого зарегистрированы вот эти вот расчетные чеки. У грузинов эти чеки отвязаны от конкретного субъекта хозяйствования. Вот, наверное, понятнее всего будет на примере. Едет некая грузинская новая почта с товаром от грузинской розетки. Приезжает на адрес клиенту. При этом курьер грузинской новой почты имеет с собой стопочку вот этих расчетных квитанций, полученных на адрес, именно полученных в пользу розетки этой. Заполняет 4 квитанции. Каждая квитанция продается налоговой службой по месту регистрации. И каждая квитанция стоит аналог наших 48 копеек. То есть сразу же заполняются 4 квитанции, и все эти денежки идут в бюджет. Один экземпляр оставляется покупателю, один у курьерской службы, один в банк, один в налоговую. Все это пронумеровано, есть у них тоже там водяные знаки какие-то или какие-то элементы защиты. Налоговая зарабатывает на продаже расчетных квитанций. У предпринимателей есть абсолютно законный механизм работы, приема наличности и отчет между собой. Сверяются квитанциями. Захочет свериться отправитель товара с курьерской службой, сверяются по номерам, просчитывается все, весь ли объем денежной массы зашел на счет согласно их выданным квитанциям. Ну, пообщавшись с налоговой, услышали такую обратную связь, что ну это достаточно примитивно, вот хорошо бы какие-то электронные методы, но пока мы дождемся электронных методов, пока решение у нас вот такого однозначного, четкого.
Нет. Спасибо. Очень интересная идея, которую вы говорите, потому что ряд интернет-магазинов для того, чтобы максимально обелить получение вот наличных средств, пытались использовать договора поручения. Что это такое? Это разновидность документов, в котором покупатель, который получил товар, говорит, что он доверяет конкретному физическому лицу, курьеру, перечислить средства на счет конкретного интернет-магазина. По сути, это разновидность вот того чека, о котором вы говорите. То есть, по сути, в Украине это уже есть, только его, наверное, не готовы признавать наши государственные органы. Ну и, наверное, просто договора и обычный бланк – это две разные вещи, да? Но на вот этих бланках, на этих бланках могла бы даже налоговая служба зарабатывать. Мы же просим, предоставьте какой-то фискальный инструмент. Вы хотите нас фискализировать? Вот, пожалуйста, инструмент фискализации. А ввиду того, что это вроде как устарело, а новое мы еще не придумали, вот это вот такие квази-решения. Вот понимаете то, о чем говорит Галина? Есть у нас отношения между хозяйствующими субъектами, которые регулируют там хозяйственным кодексом, и здесь появляется цивильный кодекс между другими субъектами. Вот мы придумываем какие-то квази-решения, потому что не можем допроситься от государства, как еще нас обложить, каким видом налога и какими методами регулирования, чтобы мы принесли еще денег. Спасибо. Я думаю, что мы с удовольствием узнаем, как же работают наши логистические операторы и курьерские службы и выдача в отделениях. Сегодня звучало много вопросов, связанных и с денежным переводом. Илон, начнете? Да. Доброго вечора всім. Ні для кого не є секретом, що протягом останніх років різко почав розвиватися ринок інтернет-торгівлі. І, відповідно, держава намагається встигнути за потоком коштів, котрі рухаються крізь інтернет-магазини, контролювати ці потоки грошових коштів. Відповідно, протягом останніх 3 років ми систематично бачимо внесення змін до податкового кодексу та до закону про ЕРО, який стосується власне цього. Ми, як оператори поштового зв'язку та кур'єрські служби, є швидше в тіні за інтернет-магазином. Клієнт переважно спілкується з інтернет-магазином, вибирає собі товар і навіть не уявляє, скільки учасників беруть участь в тому, щоб цей товар був належним чином доставлений клієнту і щоб кошти, котрі заплачені клієнтом, були належним чином повернені інтернет-магазину. Відколи внесені зміни до закону про РРО, починаючи з 2015 року, неодноразово з приводу обов'язку видачі фіскального документу висловлювалася Державна фіскальна служба. Причому протягом 2 років її позиція суттєво відмінялася. Кожного разу це була якась така новизна. Почалося з того, що обов'язок видачі фіскального документа повинен бути покладений безпосередньо на інтернет-магазин. Хоча сам закон про РРО говорить про те, що місце проведення розрахунку і місце продажу товару повинні збігатися в одному місці, і тільки тоді суб'єкт господарювання може отримати ці кошти. Таким роз'ясненням фактично фіскальна служба поставила глухий кут інтернет-магазини, тому що вони ніби й повинні виконувати роз'яснення, котрі дає Державна фіскальна служба, але ці роз'яснення йдуть зовсім в розріз з чинним законодавством України. В подальшому роз'яснення були в ракурсі того, яким чином працювати інтернет-магазину, коли в нього є власна кур'єрська служба, як використовувати касовий апарат, портативний чи стаціонарний. Ну, але я думаю, що тут би сам інтернет-магазин може з цим розібратися. Найцікавіше питання, як працювати з невласною кур'єрською службою. З цього приводу якихось таких особливих роз'яснень Державна фіскальна служба не видавала. І найцікавіше те, що цього року, коли ми звернулися в Державну фіскальну службу, адже до нас систематично звертаються наші клієнти, інтернет-магазини, нам чітко сказали в телефонному режимі не використовувати попередні роз'яснення, адже готується якась нова позиція Державної фіскальної служби, і, власне, ця позиція буде використовуватися в 2017 році. Ну, поки користуємося чинним законодавством про РРО і податковим кодексом. Яким чином рухається товар і в кого виникає обов'язок видати чек? Є різні способи доставки товару і по-різному до вартості товару додається вартість доставки.
Один з варіантів – це коли інтернет-магазин має підписаний договір з кур'єрською службою і самостійно оплачує послуги кур'єрської служби. Тоді, відповідно, вартість товару вже входить, вартість послуг кур'єрської доставки. Є інший варіант, коли вартість товару не входить в вартість кур'єрської служби. Тоді виникає питання, хто і за що повинен дати касовий документ. Є два суб'єкти господарювання. Один – це є власник товару, тобто інтернет-магазин, і другий – це є кур'єрська служба. Тут такий є нонсенс, тому що кур'єрська служба не може видати чек на товар, тому що вона не реалізує цей товар. Хоча інтернет-магазин вимагає від кур'єрських служб чек, власне, на товар. Але кур'єрська служба може видати інший чек. Вона може видати чек на свої послуги і організувати видання фіскального документу на переказ коштів за товар. Станом на сьогоднішній день всі оператори поштового зв'язку мають право здійснювати поштовий переказ. Але реалізація цього права передбачена тільки для національного оператора, тобто для Укрпошти. От. І тому всі, ну, в крайній мірі багато операторів поштового зв'язку, окрім Укрпошти, намагаються діяти в межах правового поля і залучати третього суб'єкта, який допомагає здійснювати послугу після плати. Таких суб'єктів може бути декілька, це можуть бути банківські установи, можуть бути не банківські установи, але фінансові. І знову ж таки піднімається питання, коли кур'єрська служба залучає для здійснення послуг попередньо після плати банківську чи не банківську фінансову установу. Піднімається питання, чи потрібно видавати фіскальний документ. Позиція є наступна, що закон про РРО, він не поширюється на банківські установи, це чітко зазначено в законі, але він поширюється на фінансові небанківські установи. Тому, коли кур'єрські служби працюють тандемі з банком, це, до прикладу, ПТКС, коли здійснюється переказ коштів через ПТКС після плати, от, до прикладу, приходите в відділення поштового оператора, там стоїть призві ПТКС. Це означає, що ви здійснюєте розрахунок через банківську установу, і цей розрахунок не підпадає під дію закону про РРО. В свою чергу, коли здійснюється розрахунок через фінансові компанії, котрі не є фактично банківськими установами, зрозуміло, що їхні послуги не є банківськими, а є просто фінансовими, тому на них поширюється дія закону про РРО. І той документ, який вони видають в тандемі з оператором поштового зв'язку, надаючи послуги поштового зв'язку після платою, повинен відповідати всім вимогам, передбаченим законом про РРО. Також варто зазначити те, що дуже важко власне кур'єрській службі дотриматися всіх вимог чинного законодавства, хоча вони намагаються це зробити з різних причин. Перше, недотримання чинного законодавства карається законом. Друге, працюючи з своїми клієнтами, зокрема інтернет-магазинами, кожен інтернет-магазин хоче, щоб його клієнт, тобто покупець товару, отримав належний пакет документів, який надасть право цьому покупцю товару скористатися всіма своїми правами, передбаченими законом про захист прав споживачів. Зокрема, це є фіскальний документ, який з цього року досить так глобально обговорюється. В цій частині позиції операторів поштового зв'язку дещо відрізняється. Є частина операторів поштового зв'язку, зокрема, з ким я комунікую, котрі пристають на ту позицію, що обов'язково клієнт-покупець повинен отримати фіскальний документ для того, аби скористатися своїм правом за законом про захист прав споживачів в наступних випадках, коли він хоче повернути товар або повернути його на гарантію. Є інша категорія операторів поштового зв'язку і юристів, в котрих відрізняється думка, котрі говорять про те, що закон про захист прав споживачів він
надає право інтернет-магазину вимагати цього документу в свого покупця, але не зобов'язує це робити. Тому інтернет-магазин, борючись за свого клієнта і маючи в своїй базі всю необхідну інформацію про те, що товар був оплачений, може не настільки серйозно відноситися до форми і змісту документу, котрий був виданий покупцю товару взамін на оплачені ним гроші за товар. Тому ситуація ось десь приблизно така. Ну, а як працює Містекспрес? Містекспрес працює по-різному. Тобто ми працюємо, по-перше, в тандемі з банком. По-друге, працюємо в тандемі з фінансовими компаніями. Коли ми говоримо про банки, то зрозуміло, що це є ПТКС, де можна безпосередньо на відділенні розрахуватися і отримати звіт, який дорівнює на сьогоднішній день фіскальному документу. Тому що має всі істотні умови того фіскального документу. Коли говорити про те, що ми працюємо через фінансову компанію, яка не є банківською, то зрозуміло, що це повинен бути касовий апарат. В свою чергу, то також виникають труднощі, тому що дуже жорстокі санкції в Україні за порушення касової дисципліни. І якщо говорити про те, що раніше кур'єр, який приносив вам додому відправлення, повинен був виконувати функцію тільки кур'єра, то тепер він повинен мати як мінімум знання касира для того, щоб належним чином натиснути всі необхідні кнопочки на касовому апараті. В іншому випадку це може призвести до фатальних наслідків безпосередньо для кур'єрської компанії. Якщо прийдеться кожного кур'єра вчити касові дисципліні, я так думаю, що це здорожчить вартість послуг самого кур'єра для компанії. Буде універсальний солдат. Буде універсальний солдат, так. Ну, загалом десь так. Договори, доручення, про котрі тут щойно говорили, також практикуються, практикувалися. Тобто, я вважаю, що скільки є компанія, скільки є ноу-хау. Кожна компанія намагається придумати якісь способи, яким чином звільнити вимоги клієнтів, звільнити вимоги споживачів і не порушити чинне законодавство України. Спасибо. Інна, розкажіть, як в новій пошті реалізуєте услугу наложеного платежа? Експрес сказав, куди ж мовчати, мені хорошо. Можна на секундочку небольшое вступление? Мы говорим, все наложенный платеж, и с точки зрения законодательства вообще существует такое понятие, и как правильно вообще называется эта услуга? Ну вот, я очень благодарна, что вы оперируете именно формулировкой наложенный платеж. Почему? Потому что писляплата опасная для нас, для частных операторов формулировка. Потому что если обратимся к постанове 270 и постанове Кабмина, там привязана услуга писляплата к поштовому переказу. Поштовый перевод – это у нас только Укрпочта. И вот вспоминая первое выступление по поводу активизации антимонопольного, вот, мы действительно на себе ощутили антимонопольный, недобросовестная конкуренция, тренд 16-го года в полной мере. И я бы хотела всех коллег, там, операторов почтовых услуг, частников, курьерские службы как раз предостеречь от этой формулировки «писляплата», потому что сразу мы попадаем в поле зрения, применяя такой термин, попадаем в поле зрения антимонопольного. Это будет недобросовестная конкуренция. Мы не имеем права предоставлять такую услугу в силу закона. Почтовый перевод, который зашит в писляплату, осуществляет только призначенный почтовый оператор Укрпочта. И на это следует обратить внимание не только курьерам, но и интернет-магазинам, потому что вы можете указать о том, что предоставляем там товары с писляплатой. Опять-таки, можно упрекнуть в недобросовестной конкуренции. Вы эту услугу, привлекая не Укрпочту, не предоставите. Если вы писляплата, подразумеваете тогда, что только Укрпочта. Если писляплата там Мистэкспресс, Новая Почта, Ночной Экспресс или еще кто-то, это невозможно. Вот, я бы хотела предостеречь от такой формулировки. Что касается нашего выполнения C1D, ну, если структурировать вот этот вопрос, то две разные схемы, две разные модели, которые на отделении происходят. Вот, и тут более-менее все еще в законодательном поле. Да, конечно, в отличие от Укрпочты, нам приходится усложнять систему, привлекать третье лицо, вот как говорила Илона. Это будет либо банковское учреждение, либо финансовая компания. У нас это финансовая компания. Прелести фискализации в полной мере прочувствовали.
2015 году мы РРО купили, над нами даже налоговая смеялась, мы больше, чем любая розница, накупили этих РРО. Учитывая количество отделений, но вы пойдете туда. Вот именно, что на каждом отделении далеко не один кассовый аппарат. И все то, что говорила Илона, да, конечно же, это сейчас стали не курьеры, это кассиры. Вот, это кассиры, которые тоже приходят из розницы, учитывая текучку, они уходят в ту же розницу. Это из банковских учреждений сотрудники, потому что, ну, это оператор в полной мере, который владеет кассовой дисциплиной. Вот. Конечно, это, да, удорожание всех процессов влечет впоследствии. А, ну вот если с отделением более-менее понятная схема, привлекаешь третье лицо, финансовую компанию, выдаешь кассовый чек, то с адресной доставкой, конечно, все гораздо сложнее, потому что Укрпочта может выдать бланк почтового перевода, уходя от тебя из дома. А на свои услуги, вот если вы осуществляете это с письмоплату, заплатили вы 100 гривен, к примеру, там, за почтового перевода, и 10 гривен с вас берет Укрпочта за, ориентировочно, не знаю, расценок, берет за свою услугу. На вот эти вот 10 гривен вам должны оставить чек с мобильного РРО, вот где зарегистрирован, ну, зарегистрирует, конечно, там, на машину, в которой приезжает курьерская доставка, благо там с августа месяца прошлого года появилось разъяснение Минфина, все это делает более-менее беспроблемно. А, то, что получается у частной курьерской службы на данный момент? Для того, чтобы принять вот этот кэш, вот, выполнить услугу наложенного платежа, у нас должно быть какое-то поручение от клиента, на основании чего мы принимаем эти деньги. Потому что никакая финансовая компания, вот если кому-то какие-то финансовые компании рассказывают, что они сделают адресную доставку, но не могут они это сделать. Потому что если мы вспомним блок финансового законодательства, пункт, первый пункт надания финансовой послуги не может быть сегодня там у Галины, завтра у меня, послезавтра у Илоны или у Ирины. Он всегда имеет стационарное место какое-то. И это неправда, это будет нарушением. Только в этом нарушении тоже участники, курьерские службы. Но. Потому что предлагаются схемы. А давайте это будет совместная деятельность, а давайте это будет еще какой-то договор, но в этом соучаствует тогда курьерская служба в процессе. Поэтому более чистая схема, вот так, это поручение клиента. Если клиент отказывается поручить вам донести деньги до банковского учреждения, до финансовой компании, рассчитаться за товар, то вы такую услугу не можете. На собственную услугу, вот я доставила вам посылочку, я должна взять с вас еще деньги за доставку этой посылки. Я беру деньги за услугу свою и обязана выдать вам кассовый чек. Но мы начали регистрацию уже мобильных РРО. Каждый курьер Новой почты будет ездить с мобильным РРО. С мобильным РРО. И Голубка будет тоже смеяться, потому что курьеров тоже много. А если сложить все частные компании? В том, что даже на рынке вот мобильных РРО, вот по состоянию, наверное, на месяц назад, их в Украине было всего 20. А у нас был запрос далеко не 20. И налоговая обязывает нас это делать. Но вот адреска не так давно у Новой почты активно развивается. Началась там активно. А с международкой, вот, дальше двинулась уже и на внутреннем рынке. И там, где мы говорим о наших машинах, мы обязаны оборудовать это все мобильными РРО. А где их взять, мы, естественно, налоговая не скажет, если их нету. Не дадут скидки, как это делают чехи некоторым видам бизнеса, да? Ну, скидки точно нет. Уплата услуг почтовой связи и товаров, да, связанных с услугой не предполагает. Не, возвращаясь к вопросу, не то, что не скидку не дадут. Даже был у нас, когда вышло разъяснение, где их взять, их могут ввиду того, что форма Книгкура поменялась. Опять-таки, в стране просто не было этих книг, невозможно это регистрировать. Но никто проверки не отменяет. И в этот период тоже, да, были у нас проверки вот, по кассовым обеспечениям. Спасибо. Можна ще такий коментар один після платі, тобто можна, не можна використовувати термін. Ми з Іною, напевно, роки 4 боремося з законотворцем по закону про поштовий зв'язок. Все-таки намагаємося закріпити за всіма операторами поштового зв'язку
реалізацію права на післяплату, так що я думаю, недалеко в майбутньому ми цей термін зможемо використовувати так довільно, не задумуючись над тим, чи маємо ми можливість це реалізувати чи ні. Окрім того, вгаданий зараз офіційний реєстр операторів поштового зв'язку, і треба в ньому зазначити конкретний перелік послуг, якими буде займатися оператор поштового зв'язку, і одна з них є пересилання поштових переказів. І ми, пане Павло, також зазначили, що будемо цим займатися. І коли ти зазначаєш цю послугу, ти набуваєш права нею займатися. Тобто це знову ж таки закріплення цього права на законодавчому рівні. Ну а за реалізацію будемо боротися. Каріна, Данілюк, компанія ЄНП, поділяться своїми відповідями. Наша компания на отделении работает с финкомпаниями, через них осуществляют услугу наложенного платежа. С курьерами, да, у нас этот вопрос находится в разработке, как доставлять и делать адресную доставку, и как курьеру получать наличные деньги или безналичные. Но вот услуга сама наложенный платеж у нас звучит как гарантия оплаты за товар. То есть, если интернет-магазин или физлицо, или кто-то отправляет какое-либо отправление делает, он обозначает, какие ему средства должны вернуться, и мы гарантируем эту оплату. То есть, то, что мы не возим деньги, ничего мы об этом не говорим, мы просто гарантируем, да, обходим законодательство. На данный момент существует законопроект, кто-то уже о нем сегодня говорил, это законопроект 4117, который в случае его принятия может дать возможность легализовать именно использование в Украине регистраторов нового поколения, третьего поколения, то есть регистраторов. И через мобильное устройство курьеры смогут уже регистрировать это использование РРО, это может использование быть планшетов, мобильных телефонов, то есть это упростит жизнь, я думаю, как и интернет-магазинов, так и курьерских служб. Наша компания обратилась к народным депутатам с поддержкой этого законопроекта. Обращалась она еще в декабре месяце, и пытались мы предотвратить законопроект 5132, который в норме использования РРО продавцам сложной техники. Мы указывали, что эту норму следует или исключить, или же вводить ее в действие только после того, если введется законопроект 4117, именно об этих мобильных устройствах. Но мы не успели, так как очень быстро развивались события, эта норма добавилась уже после первого чтения и после 6 декабря, насколько я помню, и уже 20 декабря этот законопроект приняли. Несмотря на то, что законопроект 4117, он от 19 февраля 2016 года, его приняли в первом чтении 4 октября, и до сих пор он еще не получил дальнейшего какого-то развития, то норму, которая нужна была правительству, видимо, ее приняли очень быстро. Вот. На данный момент, в принципе, наша компания, как видит себя, идеальное развитие событий, это если курьерская служба будет выступать платежным агентом, то есть не будет возникать каких-то третьих лиц, финансовых компаний, которым мы тоже отдаем, в принципе, кусок своего заработка, что, я думаю, никому не нравится и не хочется с кем-то делить свой заработок, да. И мы поддерживаем законопроект 4117 и работаем в этом направлении по законопроекту, который даст, в принципе, возможность курьерским службам выступать как платежным агентом и осуществлять денежные переводы и переводить со своего счета на счет продавца, покупателя, выступать как... так сказать, неповеренным, не выступать, ну, быть между продавцом и покупателем, чтобы не было посредником. Да, посредником, правильно. Посредником между продавцом и покупателем, чтобы не было никаких финкомпаний и чтобы осуществляли курьерскую деятельность именно курьерские службы.
У Івона є ще в мене такий загалом коментар. Я думаю над цим. Тобто колись систематично говорили про обов'язок наявності касового апарату. Останні зміни свою увагу акцентують не на наявність касового апарату, а на наявність фіскального документу. І незважаючи на те, що існує проблема, те, що говорить Інна, вона ідентична. Неможливо закупити одномоментно велику кількість портативних касових апаратів. Але механізм надання клієнту чеку, незважаючи на наявність того касового апарату в цьому місці, є розроблений на сьогоднішній день. І це не є проблемою абсолютно. Тому для інтернет-магазинів такий заклик, тобто не хвилюйтесь за ваших клієнтів, вони будуть мати всі фіскальні документи. Я думаю, що всі кур'єрські служби над цим попрацювали. Спасибо. А, да, прийшло время вопроса. Я прошу сразу говорить, кому задаются вопрос, либо если это общий вопрос, то тогда ко всем. Здравствуйте, меня зовут Юрий. Вопрос касается интернет-магазинов. Все мы у себя пишем там, доставить туда-то город, как вам правильно писать? Оплату наличными, наложенный платеж, какая формулировка у нас должна быть? Это первый вопрос. И второй вопрос, связанный с таким уникальным явлением, как подарочный сертификат. Если мы продаем подарочный сертификат на сумму 1000 гривен, да, покупатель его купил, допустим, в январе, мы ему выдали фискальный чек, потом он подарочный сертификат в сентябре погасил, но товар он выбрал, допустим, на 700 гривен. Как в данном случае осуществляется вот эта операция, связанная вот именно с фискальными всеми документами? Спасибо. Ну, если позволите, по первому вопросу. А если вы отправляете это с Укрпочты, вы можете не бояться формулировки «писля плата». Оплата наличными, ну, такая, наверное, немножко... На интернет, ну... Я думаю, что каждая компания логистическая услугу называет по-своему. Вот мы слышали, что в компании InTime эта услуга называется гарантия получения оплаты. У Новой Почты эта услуга будет называться... Если вы напишите наложенный платеж, вы... Не, вот клиент, видите, заполняет форму. Вот там... Оплата после доставки. Оплата товара при получении. Все. А чем, как? Это уже... Это уже наличными вы не отразите момент. Это же все-таки способ. Если вы напишете наложенный платеж, вы не нарушите законодательство. Просто чтобы это соответствовало названию услуги, которую предоставляет курьерская компания, с которой вы работаете. Ну, я правильно понимаю, что если, допустим, у нас несколько интернет-магазинов, и мы используем метод синхронизации по IP, то есть мы можем сделать запрос на каждую конкретную компанию, да, и каждая конкретная компания, ну там же порядок действий какой, указывается город, потом выбор транспортного оператора, и каждый из операторов может дать свою формулировку, да, чтобы мы с вами как бы синхронно шли. То есть я как бы стараюсь как бы учитывать и ваши, скажем так, пожелания, ожидания, да. Почему? Потому что мы являемся, ну, как бы витриной, да, витриной, а витрина должна отражать как бы, ну, деятельность каждого оператора. Ну, если вы напишете оплата по факту получения товара, вот, то дальнейшими договорами с каждой курьерской службой... Ну, я переформулирую. Если я обращусь в Новую Почту и спрошу, как написать, вы увидите ответ, я так напишу. Я обращусь в InTime... Правильно. Это дополнительная услуга, которая предоставляет логистический оператор интернет-магазинам и клиентам. Если в Новой Почте это называется наложенный платеж, значит, можете писать наложенный платеж. Я думаю, что юристы Новой Почты позаботятся о том, чтобы... это название как-то объяснить. Если у InTime эта услуга называется гарантирование оплаты, то значит она и будет звучать как гарантирование оплаты. Правильно? Ну, то есть мы делаем запрос, они дают официальный ответ, я не знаю, какой департамент дал официальный ответ, мы на основании официального ответа делаем запись у себя, ну, правильно понимаю, можно так делать? Я думаю, что да. Вопросы. А по поводу подарочных сертификатов еще был вопрос. Я могу сказать, как у нас. Не знаю, как будет решаться. Тут у нас тут уже полная тема, по сути, должна работать так. Вы продаете подарочный сертификат, например, там, на 1000 гривен. У нас на 1000 крон. Вы регистрируете транзакцию на 1000 крон. Если человек выбрал товар только на 800 крон, вы отправляете на СМВР податковой администрации этих оставшихся 200 крон за минусом. То есть возвращаются деньги в налоговую? Я видела, что если подарочный сертификат составляет 1000, а вы выбираете товар на меньше, то считается, что вы согласились и покупаете товар за 1000 гривен. Да. Это как бы попытка не заморачиваться с разницей, но и следовательно вы решаете свои вопросы. Но здесь, скорее всего, речь идет о следующем. Подарочный сертификат подается, например, 1 января. Человек его использует 31 августа. Соответственно,
номинал 1000 гривен. 1 января уже был продан и закрыт всякими там, чеками и другими документами. Когда клиент получает товар и расплачивается часть подарочным сертификатом, правильно я вас поняла, Юлия? Ситуация очень простая, но мы с ней недавно столкнулись. Человек купил подарочный сертификат на 2000 гривен, а потом говорит, ребята, давайте так, вы высылаете это типа наложенным платежом, я вам взамен вложу этот налог, этот подарочный сертификат, и типа мы счастливы. Вот. Как вот это, ну, смотрите, понятное дело, что мы этот вопрос решили, вопрос, как это в законодательном плане правильно отражать, это вопрос вот к юристам компании. Смотрите, просто практика акций, бонусов, подарочных сертификатов, она не носит вот такого характера, что она устоявшаяся. И то, что мы понимаем, что чаще используют, это попытка сказать, что возврату не подлежит, сумма равняется той сумме, независимо сколько вы выбрали. То есть именно, по-моему, достаточно часто используется, что возвратить можно, если и возвращать, то там не больше какого-то срока. То есть именно локальные правила конкретной компании применяются. Ведь акцию, которую вы применяете, или подарок, вы придумываете, это ваша идея, вы ее вписываете как можно. И в эти правила, которые вы предлагаете потребителям, вы вписываете все, что считаете нужным. Самое главное, чтобы информация была полная, не было искажений, как говорили мои коллеги. Чтобы, когда получают подарочный сертификат, не складывалось ощущение, что вы обманули. Спасибо. Но я думаю, что если углубляться, то уже индивидуально в этот вопрос. Спасибо. Волну интересный вопрос. Статья, у меня вопрос горит, но он связан точно так же, если он будет тяжелым. В связи с тем, что лимиты после девальвации на ФОПы, на самом деле, малы, очень малы, да, и комитет обслуживания ФОПов дорогое, да, то вот эта вот разница между 1 миллионом и 1,5 становится ценной, да. И вот мы знаем, что если ФОП превысил 1 миллион, он обязан поставить РРО или не торговать за наличку. Вот я до сих пор для себя вот на этом мероприятии не смогла дать ответ, да, будем ли мы правы, если мы, допустим, берем одного ФОПа и его используем только для работы с новой почтой, ну, давайте так, с любой курьерской службой, мы же за наличку не работаем, получается, мы это все деньги получаем через какую-то транспортную компанию, так наличка это, ну, нет, финансовую компанию, мы правильно говорим, да, так это наличка или не наличка. Можем ли мы вот так поступить, взять и один ФОП на 1,5 миллиона использовать только по работе с транспортной компанией? Ну, я считаю, что можем, а у вас не было разъяснений. То есть не приравниваются ли поступления, которые идут от транспортной компании, к разновидности наличных? Не было такого разъяснения. Возьмите, пожалуйста, микрофон. Не было такого разъяснения. Единственное, что вот пока были тоже на мероприятии, пролистали еще консультации, какие были. Прокомментировала 25 января налоговая по поводу того, что расчеты картой – это не расчеты, которые подлежат фискализации. По поводу вот таких зачислений, как вы ставите вопрос, отдельного разъяснения я не знаю. Хорошо, тогда, Галина, как вы рекомендуете? Можно вот сейчас, когда это непонятно, да, взять и пойти вот таким образом, потому что нам так удобно. Берем один ФОП и в 2017 году его используем на 1,5 миллиона только ради работы с курьерской службой. Вижу два варианта. Идеальный вариант, когда мы пишем запрос в налоговую инспекцию, ждем ответа, когда ответ это подтверждает, мы с вами этим пользуемся. Это вариант, который самый надежный. Вы подождете 1,5 месяца, но у вас будет какой-то ответ. Единственное, что обидно, что ответ вам могут не предоставить, либо перечислят все нормы, которые есть, но конкретного ответа все равно вы не получите. Поэтому вы для себя должны принять решение, что зона риска есть, но если все платежи такому ФОПу будут заходить на его безнальный счет, именно как предпринимателя, то есть там не будет... А если мы будем забирать деньгами в отделениях? Но я думаю, что вы это не отображаете, правильно понимаю? Мы говорим сейчас о безнальных поступлениях в рамках 1,5 миллиона, это допустимо. Спасибо. Спасибо. Андрій мене звати, це так само і Новопочта, і Італія відображає, як і підприємець. Ці питання, ці гроші, які в конвертах приїжджають. Скажіть, які питання? Є фізична особа підприємець і інтернет-магазин. Для фізичної особи підприємця, коли вона продає товар, от в нас, наприклад, дорогий товар, він коштує 50-60 тисяч гривень, одна угода. Його важко відправляти без авансу, да, або без завдатку, тому що людина відмовиться, що нужно потім робити. Це у них унікальний товар. І ситуація виглядає наступним чином. У нас ФОП,
ну, їх кілька. ФОПа – відкритий розрахунковий рахунок в банку, як у ФОПа. Клієнту виставляємо рахунок на оплату цього товару або корпоративну карту, на яку він платить, гроші автоматично за рахунок розрахунковий заходить. Так? І з новою поштою, допустимо, з фінансовою компанією «Форпост» укладена угода. Товар їде клієнту з наложеним платежем на решту суми, ну, суми доплати, яка аванс, рахунок, аванс по рахунку, клієнт заплатив аванс, а решта їде через наложений платіж і повертається через «Форпост» на розрахунковий рахунок цього самого ФОПа. У нас закрита виходить для нас ця угода, правильно? Повністю. І в нас податковій не мало би бути до нас ніяких питань. Так чи не так? Налички не отримали важливо погоджуватися. Ну, с точки зрения новой почты, наверное, я вам не прокомментирую, а с точки зрения налогообложения, в чем вопрос? Закрыто, что половина прошла предоплатой, половина вернулась впоследствии, ну да, закрыта сделка. И как тогда оно отображается с видимостью ФОПа там в... Так нет, обе суммы на счет записаны. Да нет, половина суммы у тебя пришла от кого надо, а вторая от какой-то левой конторы под названием «Форпост». С какого периода? Налоговый учет физлиц предпринимателей, он достаточно, будем говорить, он достаточно простой. У нас есть соответствующая книга доходов, где мы должны отображать свои доходы. Формально, если вы все средства, которые получили, вы отображаете в своем учете, вы соблюдаете все требования. Я не могу с вашего вопроса уловить ваши сомнения, в чем вы предполагаете, что вы допустите нарушение. Потому что... Ну, нарушение до декабря было, я разумею, было, например, на розрахунковий рахунок, который отримали аванс, платеж не приходит, а решта грошей приїжджала в конверт. Це порушення виходить, тому що ви по різних каналах до нас гроші приходять. Одні готівкою, а другі по безготівці. А приходуємо. А, нет, все-таки нет. Деньги. Ну вы же оприходовали эти деньги. Вы зачислили их на счет. У вас акт выполненных или еще что-то сошелся с количеством. На акт выполненных, да. Ну все, у вас все сошло. Но в случае, если приезжает конверт на новую почту, нам надо идти в банк и вложить их на счет, правильно? Да, инкассировать, да. Конверт, я знаю о том, что, что вы отправляете. Я знаю, что у меня деньги идут через финансовую компанию. Зачем вы отправляете деньги в конверте, ну, не понимаю. Спасибо. Смотрите, может быть здесь, чтобы ваш вопрос как-то попытаться перевести к какому-то единому знаменателю. Мы на сегодняшний день очень много затрагиваем моменты, что у нас речь идет о том же финмониторинге доходов. И все изменения, которые проводятся в законодательстве, 150 тысяч, 50 тысяч, 1 миллион, они все направлены на то, чтобы... обязать, заинтересовать бизнес, все доходы, которые мы получаем, отображать в своем учете. Если ваша деятельность, ту, которую вы выбрали, позволяет вам все доходы, которые вы получаете, независимо с каких источников, учесть и не думать, что вы показали больше, что с вас будут смеяться ваши коллеги интернет-магазины, то тогда вы не допускаете нарушений. Если же вы беспокоитесь, что средства фактически не покупатель вам отдал в руки, а вы получили их другим способом, зачем нужны эти объяснения? Фиксируется ли где-то эта информация? Ведь по сути она не фиксируется. Получая наличные в пределах 1 миллиона, вы не работаете с кассовым аппаратом, и по сути у вас на вот эту вторую часть должна быть квитанция. Но то, что вы ее не отдали покупателю, это уже вопросы покупателя к вам, если он у вас эту квитанцию не потребует. Если же вы еще настолько правильно поступите, что вы дошлете вашему покупателю квитанцию на вот эту вторую часть, то как бы, какие здесь могут быть к вам вопросы? Тут я понимаю, что сложности возникают, когда мы на вторую часть не выдаем квитанции и сомневаемся, отображать ее в учете или не отображать. А если в рамках настоящей встречи, то мы сейчас именно и говорим о том, что если мы отображаем, у нас меньше риска, что к нам придут с проверкой, к нам придут с обысками. Я все правильно, я вас зрозумів, але питання було не конкретно до нової пошти, а до всіх перевізників, які дотепер працювали. Тобто там же ж є, коли товар їде на відділення, там всюди, наприклад, в Інтаймі, Нові Пошті, да, працюють фінансові компанії. Коли товар їде на адрес, кур'єр бере ці гроші, і назад вони повертаються на відділення нам, в інше місто. І ми їх забираємо просто на відділення як готівку. Вони тепер не проходять як форпост. Коли гроші заходять на розрахунковий рахунок, зрозуміло, ми отримуємо гроші на розрахунковий рахунок аванс,
А на решту суму або на всю вартість товару ми віддаємо клієнту пізніше видаткову накладну, присилаємо йому. І в такому випадку питання виходить, коли на розрахунковий рахунок гроші заходять і аванс, і наложка через фінансову компанію, питань немає. А коли друга частина заходить на відділення, ми збираємо з відділення, тоді у нас виникає обов'язок і гроші поставити на розрахунковий рахунок і клієнту на цю суму докласти до складу там. Документы. Если документы у клиента есть, положите остаток денег на счет, потому что у вас документы не бьют с количеством налички, которая зашла. Поэтому как бы вы их не получили, если есть документы у клиента на всю сумму, вся сумма должна зайти к вам на счет. Ясно. Добрый день. Спасибо. У нас тут есть комментарии по 41.17. Сегодня Карина про это говорила и про связь с сложной бытовой техникой, гарантийным обслуживанием. Добрый день, пан Исек Андрей. Ну, сначала небольшая ремарка вот, к разнице между моментом выдачи товара, и он уехал куда-то, и приходом денег в кассу, в кассовый ящик, замечу, все равно эти тематика разница. Насколько мне известно, в кассовых аппаратах, назовем их классическими, те, которые есть, те, которые будут третье поколение, можно назвать уже новое, а классика это классика. В современных классических кассовых аппаратах есть режим отсрочки платежа, равно как и получение аванса без товара. Поэтому и в отчете это будет отдельно указано. Это к вопросу о том, что можно получить, отдать товар, выдать фискальный чек, но легально не иметь их в кассовом ящике. Обычно отсрочка платежа. И равно так получить деньги, но не отдать товар. Ну, аванс, частичный взнос. Кстати, это часто используется при покупке этих подарочных товаров, сертификатов. Это классический авансовый платеж с поставкой товара когда-то. Теперь 41.17. Давайте да, вот да. Здесь такой комментарий. Мои вопросы, когда я задавала... Я не видел, кто говорил просто. Нет, я просто хочу понять, это техническая возможность техническая или предусмотренное законодательством закона. Разрешение? Не в законе, в подзаконных актах. Там я могу найти и показать. Ну, это очень как бы интересное решение. Почему? Потому оно что когда мы задавали соответствующие вопросы, нам говорили, что такой возможности я нет на законодательном. Я могу вам показать. Классно. Давайте закончим 41.17, могу увлечься. Это не лимитированная тема. 41.17, говорится, с разрешения соавтора закона, хотел бы пару, написал смс, говорю, можно. Итак, сейчас готовится второе чтение. Соавторы знают о том, что 41.17 желательно синхронизировать со вступлением в силу бывший законопроект 51.32, нынешний 17.91, кажется, закон. Это про крупногабаритную бытовую технику. О том, что с 1 апреля после получения постановления Кабинета министров о перечне этого имущественного товара, желательно, конечно, чтобы 41.17 к этому времени успел. Они это знают. Кто готовит и как готовит, собственно, перечень, свечку не держал, не знаю. Теперь 41.17 по технической составляющей. В прошлом газетах пишут, со смартфонов можно будет фискализировать почти правильно. Действительно, со смартфонов можно будет фискализировать. С любого компьютерного подобного устройства можно будет регистрировать расчетные операции. Я не умею публичного выступления, это не мое. Действительно, 41.17 позволяет с любого компьютера подобного устройства, Android, iOS, Microsoft, зафискализировать любую расчетную операцию на любом принтере или без какового с выдачей электронного чека, отправленным по какому-то способу на телефон, на e-mail. Кстати, можно отправлять не только фискальный чек, но и гарантийный талон, цифровую подпись продавца, и так далее, там различного. Строго говоря, фискализировать пиццерию из там, 50 доставщиков на 50 там, рецептах можно будет одним, примерно флешкой формата, устройством с выдачей фискального чека на пороге клиента дома. Примерно так. Можно подробнее там говорить и так далее. Сейчас существует 9 версий по второму чтению 41.17. Одна из версий я вам примерно озвучил. Есть версии под названием вообще «Довод кассового аппарата», «Реестры» и пусть студенты КПИ пишут любые приложения,
это будет считаться фискальным решением. Есть ортодоксы, которые не бывают этому, ну, 9 версий. Я думаю, что победит правильная версия. Ну, примерно так. Но если электронными чеками там случайно нет? На генеральные электронные чеки быть, это 100%. Зачем флешка? Флешка. В этой флешке будет находиться чип Национального банка Украины. Как вы знаете, кассовые аппараты сегодня, они все снабжены чипом модуля безопасности, который шифрует каждый чек и по открытому каналу данных отправляет. Телефон не будет напрямую передавать данные? Телефон, если пойти по пути, к примеру, Чехии, и пойти по чисто софтовому способу защиты информации, то это криптография, это СБУ, это отдельная история. Инициаторы закона решили так. Не будем сейчас придумывать новую историю, используем текущую технологию Национального банка. Это обычная платежная система, как Visa, MasterCard и так далее. Все, мы имеем пластик, в нем стоит чип. Такой же чип, ровно такой, стоит в каждом кассовом банке. Он шифрует информацию, идентифицирует устройство под названием РРО, ЕДРУ такой-то, ну и так далее. Привязывает к налогоплательщику. Просто вопрос, что это значит, что будет дорого стоить? Не больше 25-30 долларов. Цифровая подпись стоит, типа бесплатного решения, стоит тоже 30 долларов. Год, да? Это такая фишка у продажников сейчас. Сумма говорит в долларах. А когда их переводишь в гривны, то ты понимаешь, что уже другая цифра, понимаете? Ну, я думаю, что терминалы, которые закупают новые почты, прошитая платежная система выдает их производителям и так далее. Сейчас это стоит 10 долларов. Корпус 5 электроники, да, ничего чего, грубо говоря, это уже маркетинг. Их можно будет раздавать на автозаправке. Как флеш. И может вам стоить и ноль. Просто будет контракт на год и подписка на 100 гривен в месяц с абонплатой. Но да. Как операторы делают? Как им тем пишут бесплатно? Типа. Примерно так. Спасибо большое за ответвление. И сразу появился вопрос. Ну, у меня вопрос по этому поводу, у меня вопрос к Инне. Он такой деликатный, но я думаю, что он совсем деликатный, всем будет очень интересно. Я долго думала, насколько целесообразно здесь поднимать, да, думаю, что это подойти, но я подумала, что все-таки стоит поднимать. Этой осенью ко мне из старых рук и там из третьих пришла информация, что сотрудники Новой почты своим клиентам говорят, ну, тем, у которых немножко под сомнением обороты, да, говорят, вы там смотрите, мы как-то так хорошо так отправляете там на такое количество фобов, потому что мы будем сообщать после какого-то лимита в месяц почему-то в Министерство финансов. И суть моего вопроса. Ну, вы, конечно, можете сказать, забыли, что сплетни, ничего такого не было, но как бы после этой старой группы знаю, то есть это точно было. Я прошу конкретизации, и я была бы очень благодарна, я думаю, все ваши клиенты были бы очень благодарны, если бы вы рассказали, что и какие органы, и в каких случаях вы сообщаете, и не по закону, а как это есть на практике сейчас. По поводу Министерства финансов вообще сложно сказать, какая-то, наверное, непонимание чего-то. Это был финмониторинг, это было скорее. Скорее всего. Но что это было и почему это было, могу рассказать, как это есть в реальности. Вот. Это к первой презентации, вот что была у нас первая, по-моему, да, была? Нет, это Галина презентация была, это как раз по поводу финмониторинга. Вот презентация удачная, в материалах посмотрите. Два уровня финансового мониторинга. У нас есть финмониторинг Нацбанка, есть финмониторинг государственная, Державная служба финансового мониторинга. Вот последнее к нам вообще как-то не имеет никаких претензий, пока мы не финансируем там терроризм, сброю массового знищения или какие-то непонятные операции с террористами. А вот Финмон Национального банка, да, действительно запрашивает информацию. В августе мы прошли проверку, ни один клиент, наверное, об этом не знает, ни на ком это не сказалось, потому что это больше проверяет нас, не работаем ли мы с теми, кто ведет какие-то непрозрачные операции. Но под вывеской по поводу борьбы с терроризмом, сброей массового знищения, в реальности что проверяют? Чтобы мы не держали на продуктах, которые предусмотрены для физиков, тех, кто ведет предпринимательскую деятельность, потому что нас за это могут лишить лицензии, а у тех, кто это делает, это обычное какое-то общеуголовное преступление. Что у нас есть? Мы глубоко с этим разбирались.
а до сих пор действуют, они не отменяются. Постановление пленума, это было по каким-то налоговым преступлениям, о том, что если человек в год, физическое лицо, совершает более 3 сделок купли-продажи, это считается уже предпринимательской деятельностью. Поэтому строго, вот если подходить кто-то талантливый с огоньком, подойдет к проверке финмониторинга, все сделки свыше 3 в год, вот, это предпринимательская деятельность. Я должна, как финансовая компания, сказать о том, что я вас перевожу на продукт безбутиковый, я не могу вас на экспрессе или мытье вам оставить, а у вас вы должны зарегистрироваться как физичного предприемца или как юрлицо. Если нет, я отказываю, вам должна в обслуживании. Поэтому вот и исходили из того, что предупреждают о том, что большое количество сделок. Дальше включается финансовый критерий. Потому что по правилам своей финансовой компании вот мы перевод свыше 150 тысяч вообще не можем осуществлять. Но есть уровни еще там обязательного финансового мониторинга, внутреннего финансового мониторинга. Вот об этом, скорее всего, и предупреждали. Предупреждали из каких соображений? Что мы хотим не иметь претензий со стороны финансового мониторинга. У вас много операций, мы понимаем, что никто не будет там таким белым, как предусматривает это противоречивое законодательство. Поэтому говорим о том, что присмотритесь к своим сделкам. Вот для того, чтобы на вас не обращало внимание налоговая, а на нас финансовый мониторинг. Поэтому, если превышаете лимиты, зарегистрируйтесь. Не можете зарегистрироваться на общую систему, заведите новое юрлицо. Вот такая система по финансовому. Ответила? Вторая часть вопроса была просьба рассказать о практике того, как сейчас вы, что вы кому даете, насколько это активно, как часто запрашивают, только ли решение суда. Наши операции они видят онлайн. А если есть какой-то запрос, предоставляем. На моей памяти ни одним клиентом отдельно не интересовались. Был запрос, вот о котором я говорю в августе месяце, а предоставьте нам операции. По-моему, за несколько месяцев или еще что-то. На удивление Нацбанка это было там, ну, действительно не один грузовик документов. Вот, они удивились и сказали, и что вот это так много. Нам некуда это сложить. Да, да, действительно так много. Но на сегодняшний момент какого-то фидбэка по поводу «так, мы ведем деятельность не так», мы не получили. Пару раз звонили, досылали какие-то документы. На этом расстались. Уточните, пожалуйста, что значит на все наши операции они видят онлайн? Я не скажу вам, я не техник, но я знаю, что любую операцию они видят в базе финансовой компании. Как происходит эта деятельность? Вот финансы, которые осуществляют услуги ТВПРПРКС. Какой технический этот момент, я не расскажу. Это касается всех средств, и тех, которые идут на счет предпринимателю, всех. И тех, всех, которые предприниматель получает в кассе. Вся деятельность, которая проходит в финансовой компании, они видят деятельность финансовой компании. Я так понимаю, что это практика для всех финансовых компаний. Конечно, это банках, не исключение компании, в банках еще жестче. Вот. И действительно, вот была презентация, что ни один банк, ни одна финансовая компания там, ну, не будет жертвовать лицензией. Вот. Поэтому вас лучше предупредят и скажут о том, что смотрите, вот такая история. Если клиенты, вот после Приват-24 мы с коллегами в перерыве делились, было такое огромное отток клиентов от продукта, которые привыкли к Приват-24, в финансовую компанию. Были очень интересные клиенты, но, увы, я их не могу взять, потому что если там какое-то псевдофинансовое учреждение, вот, не зарегистрировано вообще как субъект хозяйствования с мешком денег, как бы мне не хотелось заработать на комиссии, я не лишусь лицензии. Спасибо. Спасибо. Есть еще вопросы? Вот молодой человек уже давно хотел. Доброго дня. По постфінансовим ми це вроді зрозуміли. Скажіть таке, до того моменту, поки в наших всіх кур'єрів немає мобільних РРО, наложений платіж, він йде через постфінанс чи іншу там службу, яка в інших є? Чи як він йде? Ну, бо він реально приходить в контрактах, я тут не один говорив. Так? Наложений платіж і мобільне РРО – два різні факти. Наложенный платеж – это то, что на отделении вы проводите через финансовую компанию, на адресе вам предлагают сделать договор поручения. Вы, вот, рассчитывая, получили какой-то там смартфон, да, рассчитываетесь, вы поручаете курьеру ваши деньги донести до финансового учреждения, банка или еще куда-то.
в любом случае вы поручаете ему рассчитаться за вас, за вот этот вот товар. Вы указываете, я передаю вот такую-то сумму денег. Мобильное РРО здесь ни при чем. Мобильное РРО касается только оплаты услуг курьера. Тобто, коли я висилаю на адресну доставку, ну, я продаю товар, да? Клієнт мені повертає гроші, вони йдуть через постфінанс? Да, они должны зачитываться через курьер, приносит их постфинанс, постфинанс зачисляет на ваш счет. А если в конверте приходит? Что в конверте приносит? Ну, есть такие случаи, вот конкретика в конверте. Уже меньше стало, но бывает иногда еще. Очень мало стало. Ну, если бы такие случаи, давайте индивидуально разберемся, посмотрим, что это. То есть то, что в конверте, то может не выйти из финансовой компании, верно? Нет, это кажется, ну, так, практика такая работы всех транспортных компаний. Подождите, ну, если есть конкретный факт, давайте мы конкретно с этим фактом разберемся. Почему? Компания «Новая почта» для этого есть регистрировала... компания. Для этого есть финансовая компания, и у нее тариф приемлемый. Зачем же рисковать запаковывать это в конверт? Ну, до появления финансовых компаний все было в конвертах. И вот это до сих пор продолжается. Да, просто количество уменьшилось значительно. Вот и все. И вопрос в том, вот эти конверты, они проходят через эту финансовую компанию или нет? Или как они посылка приходит просто? Онлайн. Да. Вот в чем весь вопрос. Все, что проходит через финансовую компанию, есть. А проходят ли они через финансовую компанию? Конверты не проходят. Да. Но подумайте, как они могут пройти через финансовую компанию, когда они не имеют никакого отношения ни в документах, нигде. Все, тогда все понятно. Почтовые. Есть еще вопросы у нас? Зажигай. Пожелания. Спасибо. Здравствуйте, меня зовут Марк. Вопрос, наверное, больше будет Галине. Я думаю, не каждый предприниматель начинал свою предпринимательскую деятельность с оформления ЧП либо ЖПЛП. И поэтому такой вопрос. Существовал интернет-магазин, существовал он довольно недолго, и, соответственно, все оплаты товара происходили на карту Приватбанка физического лица. И вот как только Приватбанк нас анализировали, то заблокировали эту карту. И, соответственно, при обращении в банк сказали, что кто ее заблокировал, по какой причине, они ответить не могут. И банк в одностороннем порядке решил ее заблокировать, и средства, которые на ней были, тоже заблокировать. И решение можно опровергнуть только обращением в суд. И вот теперь два вопроса. Какие могут быть последствия, и можно будет ли вернуть эти деньги, которые там зависли и уже практически месяц там висят? Обосновать происхождение средств. Но дело в том, что если обосновать происхождение, я думаю, это не очень понравится в суде. Ну, это незаконная деятельность. Обосновать, в принципе, можно будет, да. Мы просто сталкивались с практикой, когда блокировали до выяснения, нам задавали соответствующие вопросы. Как правило, мы говорили о том, что это нам возвращают наш займ, ну, по крайней мере, то, что у меня было. И благодаря там, предоставленным разъяснениям, копии такого рода займа, вопрос был закрыт. Поэтому тут нужно подойти на месте и выяснить, какие документы нужно предоставить, чтобы эту карту разблокировали. Но это лучше задать вопросы на месте и конкретно понять, что должно быть написано. Таким образом, вы выйдете из этой ситуации. Если говорить, там, что эта сумма ценна, этим стоит заниматься. Я понял вас. Спасибо большое за ответ. Спасибо. Есть вопросы? Всем привет, хорошего вечера. Здорово видеть так много доживших до 18.00. Большое спасибо всем экспертам, которые в такое время отвечают на такие сложные вопросы. Наверное, такую тему надо было ставить на утро, когда бы все были поживее и немножечко более, скажем так, более живо была дискуссия, все уставшие. Но большое спасибо за возможность высказаться. Отдельное спасибо экспертам законодательного. И дорогим нашим партнерам по логистике, я не представляю ФОПа, к сожалению, в данном случае, я представляю юрлицо. У меня все намного более глобально и тяжелее. Вот. Всем, кто пытается решить вопросы по поводу РРО и остальных ребят, плодите ФОПы, пока это разрешается. Делайте себе буфер из 10-30 ФОПов и не парьтесь с этим РРО, оно вам не надо. Пользуйтесь партнерами дорогими.
мостом, интаймом, новая почта, они за вас закроют все остальные проблемы, просто делайте так, так будет проще. Заключается вопрос в следующем. Когда ты товка, ты обязан по принятии денег выдавать РРО, ну, чек, когда тебе заходят деньги, вот как ты ни крути, потому что ты не на элитном на платеже и так далее. Насколько я знаю, когда ты пользуешься любой компанией, неважно в каком форме они заходят через финансовую компанию эти деньги, ты после этого, ну, в итоге, чек фискальный выдала финансовая компания, они себя закрыли, они красавчики. Чек за услуги как курьерской компании тоже выдала курьерская компания. Мы, как товка, что мы сделали? Что нам сделать сейчас в данном случае, что товке сделать, чтобы торговать? Вот как мы можем обосновать то, что мы отдали товар? Наложенный платеж или предоплата? Не, наложенный. Все наложенный. У нас, ну, сколько? 70% покупателей, 60%. Ну, вопрос сейчас сводится к тому, отправлять ли товар с кассовым чеком, правильно? Ну, конечно. Ну, вот, несмотря на то, что коллега говорил, Галина спрашивала разъяснение, я не знаю разъяснений в подзаконной базе по поводу того, что есть обязанность выдать чек до момента, когда зачислена наличка, и что есть вот эти вот какие-то отсрочки платежа. Я не знаю. Никакого отсрочки нет. Я не знаю. Я очень уважаю вот высказанное мнение, прошу прощения, но изучал вдоль и поперек всю базу, все. И даже если бы такая возможность была, потом сопоставить это все в отчетности, это можно будет застрелиться, ребят. Поэтому, опять-таки, кладите фопы. Ни в налоговом законодательстве, ни в законе об РРО у нас нет обязанности. Да, налоговая бы хотела, чтобы вы отправляли коробочку уже с чеком. А что вы будете делать, когда клиент через 5 дней, 7 дней откажется от этого? Как вы будете ставить? Я не знаю, я вот хочу понять, есть ли какой-то законодательный. Какое вот сейчас решение есть? Будучи интернет-магазином, я бы не выдавала чек до этого и потом бы судилась по закону о РРО, потому что там нет обязанности. Тогда единственный вопрос, который, да, не кладем чек. Все так есть. Тоже пришли к такому. Будет ли касаться иск в данном случае конкретно этой транзакции, вот если там сидит налоговик, принимает и приезжает, только этой транзакции одной, ну вот конкретно этого случая судебного, или всей практики моей торговли? Иск должен касаться конкретных обстоятельств. Если они задокументируют это будет касаться этой. Для того, чтобы доказать другие ваши операции, они должны собрать фактаж для этого. Другое дело, что они могут... Они же не иск будут предъявлять. Они вот, сделав такую контрольную закупку, используют это как повод для проведения документальной проверки. Ну, и отлично. Все остальное там будет закрыто документами. Это можно сделать. Все, большое спасибо. Только тогда для этой транзакции. Всем, если что, юзайте додатковки. И не бойтесь, если что, на вас подадут иск всего лишь там на сколько? На 1%, 5%, да? Второй раз на всю стоимость. Не бойтесь. Спасибо. Всем предпринимателей живости, предприимчивости, успехов. Большое спасибо всем экспертам. Ребята, вы крутые, развивайтесь дальше. Ждем от государства какой-то помощи. Спасибо за оптимизм. Вопросы еще есть? Здравствуйте. Вопрос к представителю Новой почты. Скажите, Форпост, все-таки она... Только с физлицами я правильно работаю? Нет, финансовая компания, у нее несколько продуктов, которые обслуживают юрлица, физических лиц, не предпринимателей, физических лиц, предпринимателей. Предоставляются разные продукты в зависимости от вида вашей деятельности. Например, я просто физик, хочу осуществить денежный перевод. Никаких проблем. Или я хозяйствующий субъект. С вами заключается договор. Вас идентифицируют как клиента, с вами ведут работу. Еще вопрос. Есть в Новой почте личный кабинет. И вот в рамках одного личного кабинета есть какие-то ограничения? И кто подпадает в этом случае под мониторинг, если там очень много физических лиц, к примеру, ну, производят какие-то и отправки, и по форпосту обратные заборы средств? Смотрите, вы обслуживаетесь в одной группе, но разграничиваете логистического оператора, курьера, Новую почту и финансовую компанию. Вот вы говорите о личном кабинете курьера, он никем не мониторится. Это ваш личный кабинет у курьера.
И здесь ваши транзакции не мониторятся. Речь идет о том, что мониторит деятельность финансовой компании государственный регулятор. Это совершенно другое. Спасибо. Спасибо большое. Вопрос где-то еще был. Добрый вечер. Вопрос по поводу возврата денег клиенту на карту. Особенно если это был наложенный платеж, я получила товар, а клиент, естественно, далеко, мне нужно вернуть деньги. Я возвращаю согласно заказа сумму, и не были у налоговой вопросы к этим платежам вот, к человеку. Получается, они получили как бы доход, но вместе с тем от меня это был возврат денег. Ну, в моей практике это настолько редкие вопросы, что следователь налоговая, наверное, не дошла еще. Є такі роз'яснення Державної фіскальної служби з приводу того, що яким чином гроші потрапили за товар, таким чином повинні повернутися. Тобто, якщо цей суб'єкт сплатив вам з цієї карти, то ви просто в призначенні платежу зазначаєте, що повернення власне на цю карту, тоді не повинно бути питання. Це наложений платеж. А наложенный платеж обратно, это дополнительные деньги либо с меня, либо с человека. Ну, я думаю, что это в сумме, которая не финмониторится, то никакого питань с этим не виникне. А если это будет понад ту сумму, которая подлягает мониторингу, то ймовірність есть, хотя незначна. Спасибо. Да. Спасибо большое. Что, вопросы? Все. Нет, не все. Все эти проблемы, да, в общем, не регулированы. Добрый вечер. Вопрос такой. Если есть заказ свыше 50 тысяч гривен, вот, и он уходит наложенным платежом, как в таком случае нашим клиентам рассчитываться вот в отделениях? То есть он приносит кэш, вот, и по идее касса по новому законодательству должна... отклонить как бы этот платеж. Правильно? Не отклонить, идентифицировать его. Это значит того, что до 50 теперь наличные расчеты. Раньше были до 150, теперь до 50 тысяч. А, я думала, вы о фирмоне говорите. Не-не-не, а вот это в новом, что с 1 января расчеты наличными только 50 тысяч. Как-то поменялось в вашей работе в связи с этим? Ну, чисто технически пока предлагают разбивать на несколько платежей. И, собственно, следующий вопрос, допустим, если, опять же, таки сумма больше 50 тысяч, можно ли дробить, допустим, несколько платежей делать, и насколько это будет потом, то есть оно не подпадет под финмониторинг? Это вопрос как от клиентов, нас постоянно спрашивают, потому что никто не хочет попадать под финмониторинг. Вот, точно так же и нас этот вопрос интересует. Мне кажется, это лотерея. Типа, ну, так не хочется играть. Вот это вот дробление, постановление Нацбанка, по-моему, 388 было, которое предусмотрели, что не допускает дробления и прочее. Реально механизма у них контроля за этим дроблением пока еще нет. Поэтому схема, которая работает, дробление. 50 тысяч с карты можно платить? А если бы я к вам пришла с 2 миллионами, захотела что-то купить, вы бы меня отправили? Или раздробили бы? Раздробили бы. Спасибо. Вопрос? Да, добрый вечер. У меня вопрос довольно простой, наверное. Интернет-магазин работает с новой почтой, получает деньги по наложенному платежу через форпост на расчетный счет. И мы включаем сразу доставку в сумму. То есть клиент оплачивает полную сумму за товар и за доставку. Как отображать эту сумму в книге доходов? То есть это полная сумма, либо это за товар только? Смотрите, вот когда вы задаете вопросы такого характера, как они больше носят, ну не индивидуальный характер, но если у нас в государстве не урегулирован порядок и не написано при ограничении 50 тысяч делить или не делить, то отделять нам 30 гривен или не отделять, мы на сегодняшний день с вами законодательного регулирования прямого не найдем. Поэтому здесь мы исходим из того, что большинство осторожных плательщиков идут по пути, что все, что зашло, мы все отражаем. Это вот поступают как осторожные плательщики. Если начинать там сортировать по 30 гривен от каждого, там какая сумма, от каждого поступления не отображать, ну, насколько это поможет, неизвестно. Ответила? Да, вопрос в том, что есть товарный чек на такую сумму, а зашло больше. Будет ли вопросов? Будет.
Вы говорите в отношении юрлица или физлица предпринимателя на едином налоге? ФОП, вторая группа. Вот смотрите, до сегодняшнего дня, как минимум 2 года активных физлиц предпринимателей вообще не проверяли. То есть не было статистики. Поймите, что сейчас мы будем на все смотреть по-новому. То есть если там до моратория физлиц предпринимателей пытались ловить, там, получили предоплату, не выдали чек, это считали как нарушением кассовой дисциплины, то что будет в 2017 году, я еще до сих пор ношу розовые очки, надеюсь, что ФОПов как-то защитят. По налоге с проверками других хозяйств, прочих субъектов, да, будет. Не сходится приход с документами. Здесь просто нужно обратить внимание, что у ФОПа второй группы, у него даже больше будут смотреть на то, не превысили ли мы миллион или не превысили мы полтора, то есть больше ответственность. То есть у ФОПа второй группы у него идут платежи не от зашедшей суммы, там стабильная ставка, а показатель, правильно ли мы применяем вот эту маленькую сумму единого налога. Поэтому если вы будете пытаться доказывать, что мне зашло моих реальных денег там миллион, пускай 900 тысяч, а 105 тысяч это не мои деньги, это транзитные. В этом случае есть риск, что в суде вы не выиграете, потому что практика, к сожалению, судебных органов по вот этой теме превышения, она фискальна. Она длится с 2000, по-моему, там, 2008 года точно. Был период небольшой, когда судебная практика типа была позитивная, что превышение это не так и страшно. То с 2010 года практика очень фискальная, любое превышение сразу же приравнивается как повод применять фискальные меры. Поэтому объяснение, что это не мое, но, к сожалению, в случае, если вы превысите 1 миллион или 1,5 миллиона, оно не сработает. Спасибо. Вопросы? Наверное, такой грустный ответ, но к этому нужно относиться реально. Почему? Потому что если мы будем сейчас с вами говорить, да, ну может быть мы докажем, а потом мы не докажем, то на сегодняшний день, проводя статистику предыдущих судебных споров, 99% что суды будут занимать фискальную позицию. Но момент в другом, допустим, я же товарные чеки, как физлицо-предприниматель, свои выданные, не обязана хранить. Ну и все, то есть кто там что будет проверять с документами. Я не обязана хранить свои документы. Смотрите, к сожалению, если мы берем разъяснение по хранению документов в отношении ФОПа на едином налоге, то действительно присутствует разъяснение, что мы якобы не обязаны. Но когда мы занимаемся ликвидацией физического лица предпринимателя и вынуждены проходить налоговую проверку, то те налоговые проверки, опыт прохождения которых у меня был при ликвидации, спрашивают до таких сумм, которые мы вообще не собирались объяснять. Куда? Для этого делается по-другому. Берется большой пакет, мешок, в него скидывается все возможное, хорошо перемешивается и там разбирается. Такая практика тоже присутствует. И ликвидируется. Спасибо. И на сегодня последний вопрос. Я вижу молодой человек с микрофоном. Да, у меня просто пожелание к новой почте. Сделайте переключение между ФОПами более удобным. Спасибо. Я думаю, в следующий раз мы организуем отдельно мероприятие, посвященное, как работает новая почта. И с услугами доставки, и с финансовыми в том числе. Спасибо всем большое, что вы сегодняшний день провели с нами. Я надеюсь, вы получили массу полезной информации. Спасибо, что дожили до конца. Я желаю всем процветания, чтобы все бизнесы росли. И следите за нами, мы готовим новые интересные темы. До свидания. До свидания. Спасибо, эксперты.